Выездная комиссия в составе представителей УИКа, лицея номер один, наблюдателя, а также сотрудника правоохранительных органов спешит к особому избирателю. В силу преклонного возраста нахабинец Василий Степанович Музалевский не может самостоятельно посетить участок. Но реализовать свое конституционное право необходимо, считает труженик тыла. Ему 93, и за свою долгую жизнь ответственный гражданин старался никогда не пропускать важный для страны момент – выборы президента. С покойницей, с женой уже в приличном возрасте, мы вдвоем ходили. Потихонечку дошли к клубу «Восток» и проголосовали. Для меня важно то, что за свою Россию и за кандидата, которого я именно хочу, чтобы был этот кандидат у нас президентом. Процедура такая же, как и на стационарном участке. Члены УИК разъяснили нюансы проведения выборов, выдали бюллетень и предложили опустить его в специальный ящик для выездного голосования. Дело сделано. Стоит отметить, что правом встретить представителей УИК, не выходя из дома, наделены не все. Заявка принимается в том случае, если человек в силу возраста, в силу здоровья и в силу ограниченных возможностей не может посетить в дни голосования избирательные участки. Поэтому на основании этих аргументов наша комиссия собирает выездную комиссию, и мы приезжаем к людям на голосование. Визит к Василию Степановичу для представителей этой выездной комиссии сегодня не первый. До него они уже посетили еще одного жителя Нахабино, который также пожелал выполнить свой гражданский долг на дому.